Новый iMac Pro – это инструмент для профессионалов, как говорит сама компания Apple. Это и понятно, судя по тому железу, которое в него установлено. Здесь 27-дюймовый 5K Retina дисплей. Что касается процессора, то имеется три варианта – 8, 10 или 18-ядерный. Оперативной памяти 32 гигабайта, но также можно поставить 64 и 128. Жесткий диск на 1 терабайт, опять же, можно увеличить до 2 или 4 терабайт. Видеокарта Radeon Pro Vega на 8 гигабайт, в общем, комп заряженный. Вместе с новым iMac Pro поставляется клавиатура и мышь. Также компьютер очень тонкий при тех характеристиках, которые у него есть. Слава богу, хоть здесь оставили разъемы. У вас будут 3,5 мм мини-джек, слот для карт памяти, также USB 3, Thunderbolt 3 и Ethernet. Новый компьютер появится в продаже совсем скоро, и ценник, конечно же, очень бешеный.